За состоянием Ольгинского пруда будут следить. Горожане обеспокоены. За последнее время водоем обмелел почти на метр. С прошлого года пруд был передан в пользование одному из предпринимателей для оборудования водно-лыжного центра. На приеме в Комитете по природопользованию бизнесмены подняли вопрос о низком уровне воды. При этом чиновники отмечают, причина обмеления, скорее всего, в небольшом количестве осадков, которые питают Ольгинский пруд. В качестве основной причины наблюдающихся периодов с низким состоянием уровня воды указано неравномерное выпадение осадков со значительными периодами их отсутствия. По информации комитета, никаких дноуглубительных работ Ольгинский пруд не требует. Тем не менее, замеры здесь все же проведут и сравнят их с исследованиями 2010 года. По результатам проверки вынесут решение, нужна помощь водоему или нет.